можно так себя вести уже? Это реально, блин, просто достал. Привет, меня зовут Амика. А я Амика. И мы на канале Приколисты. И сегодня мы будем снимать сюжет под названием «Мокрое место». Погнали! Да потому что, блин, это вообще нормально? Эй! Ой, извини! Блин! Девушка, что вы делаете? Вы что, издеваетесь? Стал! Мужчина, извините, пожалуйста! Короче... Боже, мужчина! Мужчина, извините, пожалуйста! Извините, пожалуйста. Я все повытираю, господи, извините, пожалуйста. Что, что такое, блин? Извините, сейчас я все повытираю, извините, пожалуйста, боже мой, извините. Извините, пожалуйста, извините. Что такое? Я облила, я виновата. Так давай я вытащу. Да зачем ты это будешь делать? А еще не хватало, чтобы ты меня вытирал. Мужчина, извините, пожалуйста, честно, извините, да я тебя вытираю. Да что такое? Да я все, я повытираю, я повытираю. Все нормально. Пожалуйста. Да что такое, блин? Ты не видишь, я облила, ну, блин, человека. Ты, конечно, симпатичный. Перестань. Не надо вытирать меня. Не надо, понимаешь? Может, я вытру все-таки? Ну, если ты... Да, я вытру, блин, я виновата, я и вытру. Ну, Костя, давай я тебе вытру. Не, а как это? Давай лучше я все-таки, да? Все-таки девушка, да? Нет, девушка не надо. Красавчик! Смотрите, да? Тебя снимала скрытая камера.